Свежий хлеб круглые сутки. Одна из крупнейших уральских пекарен работает в 4 смены и ежедневно снабжает горожан 12 тысячами булок хлеба 3 десятков видов. Цены на продукцию там не повышали, а в планах расширение ассортимента кондитерских изделий. Секретами успеха в компании поделились с нашей съемочной группой. Александр в пекарне уже 9 лет, причем свою работу считает самой лучшей. От нас всегда вкусно пахнет хлебом, а руки за многие годы стали как весы. С точностью до грамма отмеряем тесто для разных видов хлеба, рассказывает он. Пекарь уверен, чтобы хлеб был вкусным, мало следовать рецептуре. Хлеб надо печь с любовью. Конкуренция большая. В наших интересах, чтобы хлеб был вкусный, были большие заявки. От этого мы получаем зарплату. Главное – любить эту работу. Когда работаешь с хлебом, с тестом, быть чистым всегда, опрятным. За 15 лет здесь наработали десятки рецептов. Хлеб с отрубями, цельнозерновой, с семечками, с пряностями. Технолог предприятия побывал во многих городах и странах, изучая хлебные традиции и рецепты. По его словам, у каждого народа своя душа и, соответственно, свои предпочтения в хлебе. В основном пользуются спросом у нас ржано-пшеничные сорта хлеба, такие как нарезной вот ржано-пшеничный, купеческий хлеб. Очень хорошо берут семечками, со злаками. Каждый четверг, пятница у нас падает продукция. То есть многие люди пекут сами дома, не изменяя своим традициям. То есть бурсак, в почете всегда будет бурсак. Я даже иногда вот планирую, думаю, может нам тоже начать бурсаки печь, если честно. Казахстанцы традиционно берут домой кирпичик хлеба высшего сорта. В Уральске его пекут высоким и пышным, так же, как и социальный, из муки первого сорта. Из 12 тысяч булок, выпекаемых здесь, ежесуточно треть из муки стабфонда. Пекарня работает круглосуточно, в 4 смены. Горячий хлеб поставляют в магазины дважды в день. Именно хлеб из опары дольше сохраняет свежесть и вкус. Вначале был только первый сорт батон, высший сорт батон, черный хлеб. А потом уже начали смотреть из других городов, смотреть там Бородинский, пекли батоны сладкие, стали печь халу. Ну и постепенно. Потом кондитерский цех открыли. Ассортимент кондитерского цеха свыше 40 видов изделий сейчас предприятие оснащает еще один цех для изготовления пряников и печенья с начинкой. Потогоз Базарбаева, Руслан Газизов, Канат Махмутов, Уральск, 24 KZ.